В эфире служба новостей Саров 24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Ради жизни. 4 февраля. Международный день борьбы против рака. Календарь памятных дат. Жители города почтили память погибших в Сталинградской битве. Лыжня России 2020. Саровчан приглашает вновь присоединиться к традиционной акции. Далее расскажем обо всем подробно. 4 февраля отмечают Международный день борьбы против рака. Его главная цель – повысить осведомленность об онкологическом заболевании и привлечь внимание к предотвращению, выявлению и лечению этой болезни. В 2019 году во всем мире стартовала трехлетняя кампания под девизом «Я есть и я буду». О том, как выявить рак на ранних стадиях и какое лечение проходят онкобольные, расскажем далее. 4 февраля – день, когда все внимание общественности направлено на повышение осведомленности людей о раке, как об одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации. Каждый год врачи ставят диагноз онкологии примерно 18 миллионам человек. Медицина не стоит на месте, делает новые шаги к пониманию природы рака, но волшебной таблетки нет. Одного лекарства для лечения колоссальной группы пациентов онкологии опухолевых не существует. Есть различные подходы к лечению, которые разработаны и согласованы различными сообществами. В нашем государстве принято ориентироваться на Ассоциацию онкологов России и клинические рекомендации, которые утверждены Министерством здравоохранения. Спасают пациентов ранней диагностикой и новейшие технологии. На начальной стадии это хирургическое вмешательство в запущенных комбинированное лечение с добавлением химиотерапии и лучевой терапии. Саровчане могут получить лечение в Нижегородском областном клиническом онкологическом диспансере, а также в Приволжском окружном медицинском центре и областной больнице имени Семашко. Создается сеть ЦАОПов, центров амбулаторной онкологической помощи. Есть достаточно на сегодняшний день будут хорошо подготовленными межрайонных центров Арзамас и Павлова онкологические отделения и плюс онкологические кабинеты. Единая сеть онкологических учреждений позволит более-менее решить на сегодняшний день поставленные задачи по ранней диагностике, маршрутизации пациентов в диспансеры и оказание специализированной помощи. В клинической больнице номер 50 тоже провели реорганизацию, расширили штат специалистов и объединили их в одно отделение, которое называется первичный онкологический кабинет. Большое внимание врачи уделяют ранней диагностике на этапе дополнительной диспансеризации. Это тоже целое отделение, куда пациенты вызываются активно, направляются врачами в любой специальности, как раз с целью ранней диагностики онкопатологии, сахарного диабета, социально значимых заболеваний, сахарного диабета, туберкулеза, чтобы рано выявить, рано начать лечить, продлить жизнь пациенту. И сейчас акцент делается на качество жизни пациента, то есть улучшить и качество, и продолжительность жизни человека. Помимо областных больниц, саровчан направляют на лечение в клинике Москвы и Санкт-Петербурга. Но если заболевание выявлено на ранней стадии, провести операцию по удалению опухолей могут и в нашем городе. Для этого есть все необходимые лекарства и современное оборудование. У нас большое количество пациентов находится на лечении в первой поликлинике. Существуют койки дневного стационара онкологические, и уже в течение года пациенты получают дорогостоящее лечение, не госпитализируясь в круглосуточный стационар. Также большую роль в выздоровлении играет помощь психологов. Депрессия и замкнутость – через это проходит каждый пациент. Сначала, когда не осознает, что у него опасное заболевание, потом больной перестает верить в положительный исход лечения. Проблема онкопсихолога, она колоссальна, и помощь в оказании нашей онкологической помощи вот этой группе пациентов достаточно сложная, и она очень важна. Даже если взять этап диагностики, человек начинает замыкаться, когда только начинает подозревать, что у него рак. Именно в этот момент уже должен работать, по идее, психолог. Именно вера в выздоровление помогает участию пациентов, я уверен в этом, достичь положительных эффектов. Рак – опасное заболевание, но по смертности оно находится на втором месте после сердечно-сосудистых болезней. Ранняя диагностика, своевременная профессиональная помощь докторов и вера в выздоровление помогают большинству заболевших победить рак. Елена Грицкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.
Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в YouTube. К другим новостям. Возложение цветов и минута молчания. В Сарове почтили память погибших в Сталинградской битве. В рамках федерального проекта «Календарь памятных дат» цветы к вечному огню возложили первые лица города, военнослужащие Саровской дивизии и воспитанники военно-патриотических объединений. Красные гвоздики, словно капельки крови, пролитые за отчизну в годы Великой Отечественной войны. Эти символы победы принесли к вечному огню представители городской думы, администрации, педагоги, военнослужащие, воспитанники ВПК «Разведчик» и военно-исторического клуба «Победители». К мемориалу цветы возложили в честь победы советских войск в Сталинградской битве. Это наша память. То есть так как наши все-таки деды и мой дед, в частности, воевал под Сталинградом, то это особо важно почтить их память. Память тех, кто сделал нам победу. Победа Красной Армии над войсками вермахта под Сталинградом ознаменовала коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Потери советских войск оказались одними из самых масштабных в истории. Отдавая дань памяти погибшим на полях сражений, наш город присоединился к проекту «Календарь памятных дат». Календарь памятных дат он подготовлен правительством Российской Федерации к 75-летию Великой Победы. То есть в него входит очень много мероприятий. И одно из них – это памятная дата, это победа под Сталинградом. Будет еще много таких акций, скорее всего, они проводятся по стране, повсеместно. Присоединиться к акциям в рамках календаря памятных дат и почтить память тех, кто защищал рубежи нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, может любой желающий. Информация о мероприятиях публикуется в средствах массовой информации и на сайте Центра внешкольной работы. Елена Грыцкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Сарова, 24. Около 50 миллионов рублей составит компенсация владельцам недвижимости в 5-м гаражном кооперативе. Комитет по управлению муниципальным имуществом завершил работу по подготовке постановления об изъятии у собственников 92 гаражей. Боксы снесут, чтобы построить на их месте дорогу к новой детской поликлинике. В течение месяца гаражному кооперативу передадут земельный участок в 39 соток за автозаправочной станцией на улице Силкина, где собственники смогут построить себе новые гаражи. Более подробная информация по телефону 990-47. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Медики предупреждают, в Нижегородской области растет заболеваемость гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями. По последним данным, эпидемический порог уже превышен на 17%, в отдельных городах и районах на 30%. На карантин закрыты почти 30 школ и детских садов. Это около 7% от общего числа образовательных организаций Нижегородской области. Саровская полиция объявила набор. Требуются мужчины в возрасте до 35 лет, имеющие гражданство России, полное среднее образование и опыт службы в вооруженных силах. Более подробная информация по телефонам 60581 и 60582. Также соискатели могут обращаться в 218-й кабинет здания Саровской полиции по адресу улица Советская, дом 1. Волонтеры гуманитарного склада опубликовали список вещей, в которых сейчас остро нуждаются люди, оказавшиеся в непростой ситуации. Многодетной семье, у которой сгорел дом, требуется финансовая помощь, чтобы обустроиться на новом месте. Люди планируют выкупить дом, в который переехали после пожара, но для этого не хватает средств. Кроме того, на складе заканчиваются детские и взрослые памперсы, впитывающие пеленки, молочная смесь для детского питания, теплые вещи и обувь. Все это можно приносить в церковный гуманитарный склад по адресу улица Пушкина, дом 24А. Он работает во вторник и четверг с 17 до 19 и в субботу с 9 до 12 часов. В Сарове продолжается прием работ на муниципальный этап 22-го международного фестиваля «Детство без границ». Участниками могут стать все желающие в возрасте от 8 до 25 лет. Индивидуальные авторы, представители детских общественных организаций, творческих объединений, их руководители, педагоги и наставники. Им на выбор представлено 8 номинаций. Подробности далее. Дворец детского творчества приглашает горожан принять участие в ежегодном международном конкурсе фестиваля «Детство без границ». В этом году он проходит в 22-й раз. Конкурс очень обширный, в нем безумное количество просто номинаций, начиная от самого простого детских рисунков и заканчивая видеоматериалами, мультипликацией, эссе, можно написать какие-то творческие работы, конкурсы чтецов. Всего в конкурсе 8 основных разделов, каждый из которых содержит несколько номинаций. Основные – это акции «Дорогами Победы» и «Книга добрых дел». Они посвящены 75-летию Победы. Туда принимают работы, связанные с историей. И их особенность в том, что они могут быть созданы раньше 2019 года. Возрастной разбег на самом деле очень большой. Есть конкурс творческих работ в мягкой книжке. Там принимаются от самых маленьких, от 3 лет.
И ограничение около 25 лет. То есть вот есть номинация мастер-классов, и там до 25 лет. Помимо военной темы, делается акцент на экологии, защите окружающей среды и бережном потреблении ресурсов. Работы принимаются до 19 февраля в 21-м кабинете Дворца детского творчества. А более подробную информацию можно получить на сайте ДДТ. Хиты отечественной и зарубежной эстрады, молодежный сленг и вещи конца 20 века. Очередной день рождения клуб здоровья Центра внешкольной работы отметил вечеринкой в стиле 90-х. Воспитанники разных возрастов танцевали и пели песни времен молодости своих родителей. Подробности в следующем репортаже. 27-й день рождения в клубе здоровья решили отметить без протокольных речей и официальных поздравлений. Педагоги подготовили для гостей праздника мега-путешествие в прошлое. Воспитанники тоже пришли с подарками. Мы решили, чтобы они нам дарили не материальное что-то, а в виде творческих номеров вот такое вот поздравление. Воспитанники отделения собаководства «Акбар» подготовили костюмированное представление со своими питомцами. Спортсмены из клуба «Греция» выступили с гимнастическими упражнениями и продемонстрировали отличную физическую форму. Программа под названием «Назад в прошлое» словно машина времени перенесла мальчишек и девчонок на 27 лет назад. Они с азартом отвечали на вопросы викторины и участвовали в играх. День рождения – это очень важный праздник, так же, как и для человека, так и для клуба. И его надо отмечать, звать своих близких, знакомых. Дмитрий пришел на праздник вместе со своими друзьями по спортивной секции. По словам юноши, именно в клубе здоровья он приобрел настоящих друзей и стал серьезно заниматься спортом. Я в клубе уже 3 года занимаюсь, и мне здесь нравится, здесь интересно. Здесь хорошие люди, приятная атмосфера. Вечеринка по случаю дня рождения клуба получилась шумной и веселой. Подростки с удовольствием танцевали под музыку 90-х и пели хиты конца прошлого века в караоке. 8 февраля в нашем городе пройдет один из главных спортивных праздников зимы – «Лыжня России 2020». К всероссийской акции саровчане присоединятся в 14-й раз. Свои дистанции на лыжах преодолеют воспитанники детских садов, школьники, студенты, представители городских организаций и предприятий. Подробнее о программе «Лыжни России» расскажем далее. Традиционная всероссийская акция «Лыжня России» пройдет в этом году в субботу, 8 февраля. Первыми на старт выйдут военнослужащие. Они пробегут 2 километра. Дальше в 10 часов это воспитанники детских садов. И далее уже воспитанники 1-4 классов, среднее звено школы. И заканчивать будут забеги. Это VIP-забег в 12 часов 10 минут. И далее жители города. Каждый раз «Лыжня России» собирает несколько тысяч участников. И малыши, и школьники, и взрослые поклонники здорового образа жизни с удовольствием проходят свои дистанции. В этом году, как и всегда, детсадовцы и ученики начальных классов преодолеют 500 метров. Ребята постарше пробегут 1 километр, старшеклассники – 2. Для участников VIP-забега и массового тематического забега «Спорт нормы жизни» готовят дистанции 2020 метров. «Лыжня России» – это своеобразная тренировка перед мемориалом Музрукова, который пройдет на лыжной базе 15 и 16 февраля. У людей есть возможность подготовиться хорошо к мемориалу Музрукова, потому что, как правило, на «Лыжне России» это массовые забеги, они проходят без учета времени, а уже на мемориале Музрукова там спортивные забеги, то есть бегут и на результат, дистанции довольно-таки приличные, это и 10, и 15 километров у юношей, у мужчин, у женщины это 3,5 километров, поэтому, пожалуйста, мы всех ждем, приглашаем. Обращаем внимание, что 8 февраля в связи с проведением спортивного праздника на лыжной базе движение по улице Академика Харитона будет перекрыто с 8 до 15 часов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.